Че, может, возьмешь у меня интервью по готике, кстати? По готике, а в каком плане? Ты же у меня подписчик по готике. Типа ты с готики или с чего? Ну, типа не знаю, что там лайкаешь. А, да я, в принципе, красивые картинки лайкаю, которые мне нравятся. На самом деле, я про тебя узнал от Кати. От какой Кати? Сейчас скажу. Шачкиной? Не помню, правильно. Черный боярышник? Ну, у нас. Да, Шеховцева. Подожди, Шеховцева это которая? Ну, ну-ка, покажи, то есть, страницу просто покажи. Вот, а она... я ее не знаю. Она рассказывала то, что как-то попала к тебе на лекцию. А, на лекцию она была. Ну, в Красноярске, наверное. Угу. А можешь еще фотки ее врубить какие-нибудь тебе летом? Да-да-да, я знаю ее. Она единственная была на моей лекции. Да, 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 она это рассказала. И что, она рассказала тебе про меня? Ну да, да, рассказала то, что вот есть такой чел. Я типа вот из-за нее подписался. Нифига себе, хоть не зря лекцию провел там для одного человека. Mm-hmm. Ездил, прикинь. Я тут два раза лекции проводил. Один, два раза для двух девушек. Одна, как бы сказать, экзотическая внешность, ну, красивая. Uh-huh. Вторая, вот эта тоже красивая, в очках, ну, крутых таких, ну, типа модных, сейчас, которые ходят. Ну, с роговой оправой. Uh-huh. Все, больше не было никого. Только один. По одной. Один человек, девушка. То есть. Девушка, человек, человек, девушка, это одно и то же равно. Потому что мы боремся. Сами понимаете, с чем. Ну да. Нифига себе, это круто, что она рассказала. Благодаря ей она рассказала, а ты теперь мне писал. И теперь я смогу купить себе лекарства и не сброшусь с многоэтажки. Ну да, представляешь, вот так вот все срослось, сложилось позитивно. Да. Я там это комплексую, что я карлик. Может это, давай сфотаемся так, чтобы я не выглядел как карлик на твоем фоне. Да ну тебе, я просто ростом дофига. Ты понимаешь, нормальный рост, что ты комплексуешь вообще. Давай сфотаемся, чтобы нормально было. Чтобы мне не стыдно, чтобы меня не называли карликом. Давай. Ну у меня рост где-то 150 сантиметров там. Это неправда, не верю. Выглядишь где-то на 170, да. На 179. Вот. Ну, у меня в карточке написано 179, 180 сейчас.